Так, это пока мы не держим. А вы начинаете? Солдат. Да. Вот еще жилет. Пальчиком. Пальчиком. Это не сильно, раз, пустила, вот так вот, я ручку показываю, вот так, ага, все, то есть вот этого не надо. И мальчика сразу нас убили. Маме, ты вернулся, только погоди, не смейся, не смейся, не смейся. У нас тут очень важная зона, и в этой части инфекционной. Мы кривовато, поэтому мы должны быть. Работаем очень тщательно. Как ощущения у вас? Приятные. Ну, скажи, по сравнению с классической мезотерапией. Ну, конечно, это же не классическая мезотерапия. Конечно, это не так больно. Вам есть с чем сравнивать? Ну, с уколами. Теперь посмотрим насчет эффективности. Да, да, посмотрим. Ну, сравним. Сравним. Все познается в сравнении. Все скажем, что как есть. Ну, если вы помолодели, надо кому-то сказать спасибо. Сколько там миллилитров пузырьки у вас получается? Ну, 3,5 миллилитра пузырек был целый, да, вот сейчас я уже обработала пол лица и дважды обработала препаратом пол лица и лоб, вот я еще даже половину не израсходовала. Тишиночка. Аня, не спеша. Легче. Вы раньше работали мезороллером? Нет, это мой вообще первый опыт работы мезороллером. Я достаточно, скажем так, предвзято относилась к этой методике, потому что я всегда считаю, что лучше классической мезотерапии, пожалуй, нет ничего, когда я своей рукой из шприца даю тот препарат, который я считаю нужным пациенту. Решили все-таки принять участие? Ну, конечно, потому что профессиональное любопытство, оно не отпускает профессиональную голову. Так, мой зайчик. Какую задачу решаете? Решаем задачу омоложения, подтяжки, да, очень хочется посмотреть, как у нас подойдет на этой, пройдет омоложение овала, в частности, да, улучшение овала лица, вот, и, собственно, очень хочется, конечно, девушке дать немного увлажненности кожи, потому что уже данная проблема у нас возникла. Вот как раз сейчас очень хорошо видно, вот эта часть лица у нас обработана, да, вот здесь еще ни один шаг мезороллера лица не касался. А вы сильно надавливаете как-то? Наверное, сильнее, чем это нужно, но я уже стараюсь уменьшить. Хорошо. Да? Давление. А кровяная роса у нас нет вот здесь. Ну вот одна вот здесь вот. Чуть-чуть немножко. Да, была. Хорошо, посмотрим, что из этого получится. Ощущение, что была вот такая. Вот для нижней веки.